Друзья, привет! Сегодня 6 августа, точно, чуть забыл. Время 7 часов, еду в Рязань, надо кое-какие там дела порешать. Поэтому выехал сейчас после работы, что-то прям устал сегодня на работе. Капец, сейчас еду прям, подрубает малец, полежать охота. Пощемать, но надо съездить и сделать кое-какие делишки в Рязани. Вот сейчас я еду мимо Бора, здесь с М2 съехал, с Симферопольки. Ну, движуха такая нормальная, вот, смотрите, в принципе, норм, машин особо нет. В общем, сейчас потихонечку доеду. Поеду через Зарайск. Вот, там вообще шикарно. Ну, вроде населенный пункт, а по факту можно ехать, камер нет. Ну, в общем, норм. Заметочку. Не поеду по М5. Слишком долго там пилить. Ну, и нафиг. Так что увидимся, наверное, в Рязани. Хотя нет, буду проезжать там в Зарайск, покажу. Там ничего, в принципе, интересного нет, но так, чуть-чуть снимаем, то есть. В общем, выехал на М4, на платную дорогу, которая ведет на море. Вот. Движуха такая, вот, смотрите. Просто нереальные гонщики, все гонят, топят, куда-то спешат. Я еду 120. Это вообще, меня тут еще обходят так, типа вообще, блин, ребята, вы слишком медленно едете. Сейчас там будет пункт оплаты. У меня есть транспондер, поэтому мы стоять в пробке не будем. Вась, ну куда ты выехал, да? Куда-то выехал, непонятно. Ехал по правой полосе. Нет, надо на середину и плестись, как черепаха. О, 110, ребятки. То есть можно 120-125 пилить нормально. Вон камера висит, посмотрите. Вон они. В общем, друзья, подъезжаем на пункт оплаты. Посмотрите. Так, наша с вами зелененькая. Текс. Вот они, наши две. Давайте сюда. Та-да-та-та-та-да. Пиздец. Чё за хуйня? Ребята, в общем, это полный пиздец, блядь. Сука, у меня нет слов нахер. Положил я, блядь, деньги на транспондер, да, 500 рублей. А он ни хрена не работает, блядь. Подъезжаю, блядь, в один терминал, меня ни хера не открывает, во второй не открывает, блядь. В личный кабинет зайти не могу, какой-то сбой там у них идет. Капец, блядь, простоял в очереди за наличку, блядь, прикиньте нахер. Я просто, блядь, в шоке. У меня нет слов, ребята, это вообще, как так? Думал, сейчас я тут проскочу быстро, 5 минут, все дела, бля. Шлагбаум, хлопа, и не открылся, бля, и все, вот поэтому теперь еду. Эта автодор машина помогает всем на дороге, посмотрите. Вот она.
водители автомобилей всех, у меня к вам большая просьба, не занимайте левый ряд. Если вы просто плететесь, даже ту же сотку и 110, или по правилам. Я, конечно, сам иной раз там в левый ряд встану и плетусь, блин. Но когда я там фару моргну, то, в принципе, перестраиваюсь и все. А здесь просто, вот, разрешенное 110, едем 120, догоняю тошнотика, моргаю ему фарами, сзади у него, знаете, все обклеено, там, ВДВ, бла-бла-бла. Что дальше, ребятки, моргнул, блин, он, короче, просто уперся и едет, обгоняю, просто посмотрел на него, вот это... И лицо, знаете, это, ты что, дурак, я, блядь, еду по правилам. Не, ну я не спорю, там, по правилам, не по правилам. Но все правые полосы свободны, две. Можно, и, в принципе, он просто собирает целую колонну, и все обгоняют. И таких очень много ребят, которые просто едут и тошнотят в левом ряду. Вон там что-то мигалки спереди, милиция там. Друзья, вот впереди тип едет на Volkswagen. А вот этого справа чувака, короче, вообще полностью зашугал. Чувак метается из стороны в сторону. Влево перестроился. Блин, слюна не туда зашла. Влево перестроился. Этот вправо моргает ему. Тот весь шугается. Тульский пряник, он впереди едет. Не надо делать резких движений, ехайте себе нормально. Моргнули, ну, плавненько перестраивайтесь, не надо суетиться. Вон, вон, смотрите, пошел, пошел, весь он там на взлет идет. Вон, прям по прямой. Еще, и Тульский за ним, сейчас он догонит его, отпиздит, блядь. Ай, Тульский пряник, блядь, его еще один, нарушают все, похеру. Ой, ребята, блин, вообще так смешно это. Просто угар. Ехайте себе спокойно. Так, ну что, здесь может подтопить, малец. На мосту речки нет нифига, но зато есть мост. Какой-то там прудик, наверное. Маленький. Так, через 7 километров у нас должен быть поворот. Не, навигатор показывает. Если честно, я здесь ездил один раз. Дорогу я нифига не знаю. Поэтому меня ведет навигатор. Забил я на Зарайск. Потому что если забываешь на Рязань, то там можно 150 дорог. Он тебя там свернет по самой короткой. Но я хочу ехать через Зарайск. Там очень хорошо. Так, ребятки, там у нас пост. Я, кстати, забыл пристегнуться. Опачки. Сейчас, минуточку. Раз. Совсем позабыл. Но ничего страшного. Смотрите, полицейские стоят. Ловят нарушителей. Та-та-та-та-дат, та-та-та-та-дат, та-та-та-та-дат. Чувак вроде посмотрел так на меня. В шляпе. В черной. Ну что, давайте топим. Здесь у нас 110 разрешенное. 5 километров, мне надо держаться правее. Давай, Вася, моргай фуре. Он нафиг вправо принял. Ла-л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 а. Хотя не, здесь показывает он навигатор, что одна камера стоит, вторая, третья. Поэтому здесь лучше потихонечку пилить, как черепашка. Давай, Вася, газуй, газуй, 110 разрешенное, мы едем только сотку, ё-моё. Подтопи, Васька.
спереди там моргни. Там, походу, этот тульский едет. Пряник. Давай, 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 жми, жми. О! Thank you very much. Смотри, перестроился вправо и сразу дает газу. 130 я еду, смотрите. И он. А там девушка сидела. Так, ребятки, ну в общем, через 2 километра нам надо принять вправо, поэтому я перестраиваюсь, чтобы не потерять этот поворот. Так. В общем, с этого моста сейчас должен быть съезд вправо. И потом еще через такой маленький мостик ехать. Сейчас проверим, правильно? Ну, в принципе, правильно, я же на заразе забил. Так, вот, ребятки, дорога на Тамбов, Волгоград и... Блядь, 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 блядь. Пиздец, чуть не въебался нахуй в этого дятла, блядь. Чуть заговорился, блядь, это Тамбов с Астрахань. Так, давай. О, молодец, Васян, спасибо. Перестроился, блядь. Да, в общем, нам вот сюда. Направо. 70 знак, 50, 30, сейчас остановимся, 10 будет, все, и пешком пойдем здесь, машину толкать, просто, ой, ёлпал, я вообще в шоке, 30 километров ехать, ну мы 80 сейчас едем, поэтому, отлично, мы не нарушаем, все четенько, камер здесь нет, аккуратно. Друзья, еще одна тема. Смотрите, вот здесь две полосы. Одна встречная, одна прямая, грубо говоря. Вот. Ну, то есть мы едем, сколько? Сотку вообще едем. Сзади Opel просто мне тычет в жопу. Там типа, уйди, чувак. Куда мне, блядь, уйти? Вправо, в поле, блядь, выехать. Вот, посмотрите на него. Вон. Он прям весь рвется, рвется в бой. Я в шоке. Друзья, еду тут по заразке от этой дороги. Блин, вообще капец. Блин, меня сейчас вырвет нахер. Короче, перепахали поле. Навозом несет. Это жесть. Просто прям вот дерьмо полное. Блин, это просто адский запах. Нереальный. В общем, капец нафиг. В прошлый раз я ехал, такого не было. Заехали уже в сам Зарайск. Это городок. Сейчас мы на него посмотрим. Тут уже фонарики, все освещается. О, Зарайск. И-хоу! Так, ладно, прям. Ребят, едем по Зарайску. Смотрите, какие тут дома. Вообще тут полностью старье одно. Приехал я в Рязань, вот только что въехал, время у нас 21:40, а добрался я за 2:40, как раз таки в 7 выехал, 2:40, да, 2:40, 21:40 приехал.
Ну, уже здесь темно, поэтому снимать даже нечего здесь. Вот, смотрите. Темень темнющая. В общем, ехал сейчас по трассе. Тут вот, да, вот эта пята, которая... Столько дебилов, ребята. Вообще, капец. Просто подрезают. Причем даже есть по правой стороне, там. По левой вообще пофиг. Все куда-то спешат. Сигналит там всем кто-то. В общем, что-то я мотался вообще за эти 2,5 часа. Капец как. Сейчас приеду. Держитесь правее на Московской шоссе. Шашлычка замутим. Поэтому все, осталось 10 минут до дома. Увидимся дома. Ребят, посмотрите, какой фонтанчик он. Прикольно, надо заскочить нельзя в Шашлычка. Друзья, еду тут по Шабурино. Дороги вообще просто нет в Рязани. Она отсутствует, блядь. Просто яма на яме, блядь. Вот так вот, блядь. Капец. Я вот сколько помню, да, сколько я живу в Рязани, вот до Шабурино постоянно была раздолбанная дорога. Никто ее не чинит, блядь. Уже везде дороги сделали, но на Шабурино у нас ни хрена, блядь. Дорога вся старая, убитая. Что-то закатают, так асфальт положат, да? А буквально там месяц-два и все, опять ямы. Вообще капец. О, в общем, такая вот тема, блин. Ребята, доброе утро. Время 8 часов утра, проснулся. Вот. Вчера пожарили шашлычка, посидели. В общем, надо вставать, заниматься делами. Капец, так неохота. Иди, заходи сюда. Иди, заходи. У меня еще кое-что есть тут. Опачки. Держи. А. Ты шоколад кушаешь? Ребятки. Друзья, ну в общем все свои делишки я сделал. Поэтому еду обратно домой. Жара стоит в Рязани вообще. Просто 26 градусов. Пробочка такая на Московском. Поеду обратно опять же так же через Зарайск. Потихонечку толкаться. До встречи.